Что ты? Что ты делаешь? Почему ты украл мое животное? Прилетел инопланетянин, утащил мое животное. Какой кошмар. Разогнали мне всех моих животных. Да, я сейчас поставил часть на рыбалку народа. Да второго-то за что? Что вы делаете? Верните. Эх вы. Нам несут еду. А Бош тем временем, наверное, займется чем? Есть тут у вас? Вожак есть? Или только дети? Только дети, ладно. Что у нас здесь за животные? О! Да, вождь, иди, приручай животное обратно. Потому что мы должны быть независимы по еде. Абсолютно независимы по еде. Спасибо, конечно, за подарки. Марта земледелец, давай забери. Преподношение от друзей. Так, посмотрим, как у вождя дела. Ну, прикормил? Отлично. Тащи. Музыка такая. Цоп-цобая. Кузнечик, смотрите, какой-то кузнечик. Ну что ж это такой кузнечик медленный-то? Так долго это все происходит. Так, да, я в прошлый раз не посмотрел, что у нас появилось по одежде. Сейчас нам нужно снова мириться. Вот такие вот дела, да, все. Здоровье, конечно, хорошее, пускай у нас будет. Общение уровень 5. Вот это да, это то, что нужно. Да, отобрали. Вот такой. Трехглазый. Продвинутый. Так, и... Да, сбор пищи, в принципе, меня устраивает. Мы, на самом деле, в шикарном состоянии. Суперзащита у нас есть, чудо-броня есть, а давайте-ка заменим. Почему нет? Более такую продвинутую сумку сделаем. Для сбора еды. Мы в топе по всему. О, да-да, о-ля-ля. Так, и как я заметил в прошлой серии, да, у нас, видите, все стало... Получается, мы и начали с агрессивного участка. Вот поэтому нас изначально, нам, в принципе, не нужно было агрессировать. Ну ладно, сейчас мы выйдем на нормальный дипломатический уровень, я думаю. Только восстановим наших животных. Получается, одного нам еще нужно, да? Прибрать. Ну давайте вот здесь у нас. Где-то я видел другое поселение Мачкинусов. Давайте-ка еще одного приручим. О-о-о, не всем племенем только. Все, племя мне не надо, чтобы сюда шло. Так, а что это мы балду пинаем, я не понял.
Вы так еду собираете? А вы рыбку ловите? А вы так это делаете? Отлично. Молодцы. Рыбаки. Да, все нормально. Так. Да что ж ты будешь делать? Как у вождя дела? О! Приручили свое дикое я с прошлых серий, с прошлого эпизода. Вернее, с прошлого сезона на старом канале. Да, все-таки. Кто-то мне говорил, что я урода какого-то сделал, а мне нравится, смотрите, такой. Крылатый, пархатый. Все может, все умеет. Разве не шикарно? Да, вот сейчас перекусит, а то он что-то проголодался, смотрю. Давай, 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 лупай. Отлично. И займется снова. Хотя, надо ли? У нас еды 400 пунктов. Думаю, не надо. Так, у нас 12, да? Поэтому по 4 каждого инструмента, думаю, будет вполне нормально. Идите. Раз, два, три, 4. А, 4 это вместе с... Так, духовых у нас много, поэтому давайте 4 будет. 4 трубача у нас будет. Вернее, 3 трубача только будет. Дудки, трубы. Сейчас. Сейчас у нас будет куча народа. Устроим оркестр. Так, а что у нас? Одинокий. Идет же вроде, да? Где он? А, ковыляет. Все, все готовы. Осталось только покушать. Тому, кому надо покушать. Сейчас перекусят ребята. Традиционные пляски. И начнем мы свое заключение мира, естественно, с самых крупных товарищей. Это самое оптимальное, как мне кажется, будет дело. Самых больших приручить первыми. Ну, как приручить? Задружиться, сделать их своими союзниками. Давайте. Главное, чтобы они на монстры не нарвались по пути. А то могут же. Я вас знаю. Где-нибудь монстр будет, босс. Да, в этот раз я монстров не уничтожаю. Не хочу с ними связываться. Понеслась. Дудочки. Снова дудки. Дудки. Трещотки. Хорошо. Прекрасно. 10 из 10. Аж замечательно все. Что ж, давайте еще один. Сразу сейшен, не отходя от кассы. Есть трубы. Дудки. Есть дудки. Трубы. Последнее, что вы захотите? Трубы. Шикарно. Шикарно. Три
видите, племя мачкинусов с нами дружные. Посмотрите, пляшет как. Прекрасно. Ну, у нас и получается, да, добро с кулаками. Вот, как бы то ни было, мне придется, если сейчас устрою войну, я уйду в агрессию, да, поэтому мне нужно с последним племенем, конечно же, замириться. И сделаем это сразу, не заморачиваясь, не оттягивая, не откладывая в долгий ящик. У нас все для этого есть. Все сыты, все довольны. Все с прекрасным настроением. Гастролеры, короче говоря. Где вы там? Где мы? Тут? Идут. Что-то они как-то неудачно пошли. Опять этот монстр. Да, он говорит, дудок не хватает. Что-то как-то грустно. Сейчас приедут дудки. Главное, чтобы монстр нам все не обломал. А то этот может. Гад. Понеслась. Вот вам трубы. Вот вам дудки. И трубы. А чё вы на сэшн-то не пришли, эх вы. Сейчас. Давайте тоже на сэшн. Специально по вашим заявкам будет продолжение концерта. Поехали. Зажгем по полной. Я не знаю. Эта игра такая старинная, ребята, но она такая классная. Я вот просто не могу пройти мимо. Никакой супер графики, в принципе, нет. Идея, ну, не знаю, простейшая вроде. А сделана так, что до сих пор в нее очень приятно в эту игру играть. Так, достроили тотемный столб. Нажмите по кнопке нового этапа. Да, и чтобы основать свой первый город, нужно будет нажать... Нам показали, где нажать. Но сначала мы завершим, наверное. Да, у нас теперь есть все, все что угодно. Мы завершим наше снаряжение. Потому что именно с этим снаряжением наши герои выйдут на финальный этап. Корона. Царь. Просто царь. Почему бы и да? Ну нет. Но это мы, конечно же, уберем, да. А корона почему бы, да, интересный моментик такой. Хотя, у нас своя собственная корона есть. Чего мы будем как какой-то короне ходить? Зачем нам это надо? Это дело, конечно, интересное. Но нас впереди ожидает кое-что другое. Есть ли у нас тут такая вещь, как манишка? Какое-то все ужасное, прям. Да, мы становимся более цивилизованными, поэтому нужно немножко... А хотя... Точно, нам же дадут. Совсем забыл, ребят. Дадут нам возможность все выбрать, поэтому оставляем так, как есть. Все. И понеслась.
Начинаем следующий этап. Отлично, вы поправили туда, куда надо. Четко в трудолюбие. Да, немножечко повоевать, конечно, успели. Впереди ожидает нас, естественно, цивилизация. Единственное, что сейчас мы достроим сразу наши города. Прекрасно. Меня все устраивает. Да, у нас будут дома. Нормальные дома. Вот. К цивилизованной городской жизни мы переходим. Наше племя стало господствующим, и, естественно, нужно создать ратушу. О, даже не знаю, может поискать свои ратуши какие-нибудь. Давайте посмотрим, какие у меня есть творения. И почему-то мои творения... отсутствуют. Подождите, я только что... я был... в игре, и у меня все было. Алло. А, вот, вот ратуша. Ратуша Набу, ратуша Альдера, Татуина. Мне нравится вот эта ратуша. Давайте вот такая у нас будет культура, вот как у Набу. В принципе, достаточно мирные товарищи у нас все. Почему бы и да? Прекрасная ратуша. Сохраним. И теперь у нас есть, да, самое главное здание, наша ратуша. Мы заработаем много-много денег. Ну, в принципе, мы этим и будем заниматься преимущественно. У нас будет супер-машинки, которые будут зарабатывать деньги. Действительно, у нас будут супер-машинки, которые будут зарабатывать деньги. Чё? Что за глупость ты несешь? Деньги! Ратуша! Машинки! Победа! Уху! Смайлик такой. Вы на пороге создания цивилизации. Что ж, нам сейчас предложат точно так же создать свои машинки. Ну и на этом, ребята, я, наверное, с вами попрощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Рэй. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов. Понравилось видео? Не будь редиской. Ставь лайк и оформи подписку.